Быть просто художниками им недостаточно. В Уфе открылась групповая выставка произведений молодых сценографов. Экспозиция посвящена году театра. Все работы представляют собой макеты и эскизы декораций к спектаклям по произведениям русской мировой классики. Здесь можно встретить и ревизора Гоголя, и Фауста Гёте, и носорога Ионеско. Участники выставки – выпускники и студенты Уфимского государственного института искусств имени Загиры Исмагилова, мастерской народного художника республики Рифхата Арсланова. Представленные вниманию посетителей произведения являются дипломы или учебными проектами. Профессия, она как бы заставляет думать еще глубже, чем вот просто если бы вы были там станковистом. Вот это произведение, вы должны погрузиться в него полностью, ощутить атмосферу этого произведения и указать все нюансы, которые вообще хотел показать автор.